Версальский дворец станет сердцем королевства, садами изысканной, несравненной красоты. Рай на земле. Вы верите в порядок? Порядок? В природе. Я им восхищаюсь. Этим избытком хаоса создаете свой Эдем? Пытаюсь. В мире традиций вы предлагаете новшество для сада. Зачем? Теперь вы в Версале. Небольшой риск — этот проект. Он достоин нас. Она умна и знает свое дело. Может изменить все. Почему я? Я наблюдал за вами. Весьма любопытно. Мне пришло приглашение в Лувр. Видите, как смотрит? Немедля расцелуйте меня, не то смертельно обижусь. Я никто. Что вам неинтересного? Быть никем при дворе уже достижение. Что столь безупречная женщина забыла в обществе Андре? Я, в отличие от него, знаю толк в красоте и очень этим горд. Ответьте, мадам, я не умолкну. Ваше Величество. Легкий, честный аромат. Однако часть роз увяли и поникли. То уготовано всем розам, сир. Прогуляемся. Режиссер Алан Рикман. Жена не сопровождает вас? Нет. Она крайне занята. Она решает, как нам жить. Кейт Уинслет. Вы влюблены? Он самый совершенный человек из всех. Вы прекрасны. Какая любезность. Вы против? Маттиас Шонардс. Ты был с ней? С садовницей. Я тоже садовод. Ну что ж. Можно затопить сад. Приступай. Немного трагедии. Силы стихии могут быть к нам жестоки. Немного любви. Но у нас всегда остаются инстинкты. Небольшой порядок. Терпение, забота и солнечные лучи. Наша лучшая надежда. Небольшой хаос. Смотрите весной.